Коровка Конни. Художник Роман Рыбакевич. Композитор Джозеф Роя. Режиссер Джозеф Вициано. Детектив Конни. Одно прекрасное утро Конни и Патч собирали яблоки, чтобы отнести их потом родителям. Немного яблок уже есть, можно и развлечься. Конни ударила по мячу, и они начали играть. Неожиданно мяч упал в реку, и его понесло течением. К счастью, их друг Рыбка остановил его. Как мило с вашей стороны, спасибо! Пожалуйста, не могли бы вы бросить нам мяч? Отличный бросок! Вскоре Патч и Конни вернулись за корзинкой, но тут их ждал сюрприз. Надо найти того, кто ее взял. Чувствую запах яблок. Я взял след. Следы привели Конни и Патча к муравейнику. И они решили, что это муравьи могли взять яблоки. Взять их! Взять! Ага. Привет, Конни, что вы тут ищете? Понимаешь, мы ищем исчезнувшие яблоки. Ты не приносил их в свою норку, а? Яблоки в муравейник? Это же невозможно! Что значит невозможно? А, яблоки слишком велики для муравейника. Конечно, вход и выход из него слишком малы. Муравьи такие крошечные, им не поднять корзинку. Это кто-то другой. Надо продолжать поиски. Тот, кто взял корзинку, должен быть намного крупнее. Слышу запах яблок. Идем по следу. Нос Патча привел их к одному яблоку из корзины. А рядом оказалось кое-что поинтереснее, чьи-то следы. А чьи-то следы? Того, кто взял корзинку. Патч, мы следуем за ним. Но здесь след обрывается. Что же делать? О, кто-то идет. Давай-ка быстренько спрячемся. Пойдем за уткой. Может быть, она взяла картинку. Это другие следы, Конни. Утка не брала корзинку. Ой, посмотри на эти следы, Конни. Кто мог их оставить? Это твои следы, Патч, глупыш. Патч и Конни были удивлены. Оказывается, все животные оставляют разные следы. Мимо них проходила курочка Ребекка. Конни и Патч решили пойти за ней. Они посмотрели на ее следы
и поняли, что она тоже не могла взять корзинку с яблоками. Хватит искать, Патч. Пора возвращаться домой. Кони и Патч немного расстроились из-за того, что яблоки не нашлись. Как вдруг что-то привлекло внимание Кони. Взгляни, Патч, это следы, по которым мы шли раньше. Ух ты, Кони, ты права. Давай пойдем по следу. Смотри, следы ведут к черному входу в мой дом. Наконец-то мы узнаем, кому принадлежат эти таинственные следы. Кони была довольна, ей хотелось поскорее узнать, кто взял их яблоки. Какой сюрприз? Сюрприз? Какой сюрприз? Никогда бы не подумала, что именно ты взял нашу корзинку, папа. Папа Кони рассказал, как он нашел корзинку. Он подумал, что ее потеряли, потому и принес ее домой. Жалко ведь, если бы яблоки пропали, подумал я. Эти яблоки мы собирали вместе с Патчем. Мы хотели преподнести тебе сюрприз, папа. Отлично, а я, в свою очередь, сам приготовил вам сюрприз. Я испек для вас вкусный яблочный пирог. Кони и Патч были на вершине блаженства. Они любили яблочный пирог больше всего на свете. Стояла прекрасная погода. Друзья взяли пирог с собой, чтобы съесть его в поле. В ту ночь Кони думала о том, как много у нее друзей и какие разные у них следы. Весело было ходить по их следам в лесу. Сладких снов, Кони! На русский язык фильм дублирован по заказу Nox Kids студии «Пилот». Киев, 2003 год.